которую я постаралась реализовать в этой команде, что это удалось. Я рассчитываю на высокие цифры. Я считаю, что все, что будет превышать несколько миллионов человек, это уже серьезная цифра, после которой власть в любом случае должна будет прислушаться к этим людям. Сейчас самое главное не то, что правые вы или левые. Самое главное – это подарить будущее нашей стране. Это выступать за обновление.